Всем самое доброе утро. Идем с Бонечкой на пляж. Здесь такой киоск красивый маленький стоит. Я себе фраппе возьму. Это холодный кофе. Сейчас только холодный пить кофе. Все там меня наколдовали. Ой, thank you very much. Did you have some napkins? Napkins, yes. You like another? No, it's okay. It's okay. Give me paper. It's okay. Just... Софи. Ты фул. От души. I can just put in another one. One in one. Yeah, oh, like this. Евхаристо. It's okay. Евхаристо, my dear. Okay. Have a nice day, John. Спасибо. Прекрасно. Холодный кофе самое то, ребята. Класс. Боня, подожди, как-то мне надо все организовать. Мы только что выслали с Бонечкой магнитики Сережи Ракишева. Я вставлю коротенько это видео. Идем помаленьку. Сегодня понедельник. Людей вообще нет. Боня. Слышу, где? Тишина. Вчера на пляже не протолкнуться было. Пошли. Ну, мне нравится. Тишина, спокойствие. Бабуля мне от души сделала, чтобы я уже напылась. Ой, это моя Лизочка, познакомьтесь, моя соседка. Как ты тут оказалась? В такую рань. Это не простить. Лиза, ты можешь его взять, а? Конечно, зайчика такого, давай. Спасибо, моя хорошая. Вчера Лиза ходила на Павла Прилучного. Расскажи нам, пожалуйста, свои впечатления. Не понравился нам Павел Прилучный. Ты снимаешь? Да. Можешь дальше чуть-чуть отойти. Мне очень понравилась Захарова, Рязанова. Раиса Рязан. Да-да-да, вот она отлично играла. А потом появился Павел Прилучный. И как-то он неудачно шутил. Но это на любителя. Мне что-то не очень понравилось. Ну вот он хорош в фильмах. Да, конечно. Такой весь красавец, прямо, да-да-да, такой. Же, да. Может, он и играет неплохо. Но я вот первый раз увидела, ничего не поняла, честно скажу. А ты одна, без мужа? У меня муж потерялся, представляешь? Потому... Вчера еще? Нет, еще вчера вернулась. Чтобы вы понимали, товарищи, как тут люди на Кипре живут. А дети все на месте? Я вчера к твоей Лизе подходила раз 200. Она ж как русалка в том бассейне. Я говорю, слушай, тебе мама точно разрешила? Она вообще, ну она уже просто... По закону вообще до 12 лет могут стукануть в органы опеки. Молчи. Ну вот жарко, я не могу, я с Сашкой сижу. Дома, так она не одна же была, там где она была с подростком, девочкой. В принципе, она плавает, как рыба. Да, вот да, спокойно. Да. Слушай, мы куда пойдем? А я очень хочу кофе в поезд. Пойдем, доведу идти 10 минут. Идем. Прям кофе мне очень хочется. Бонечка. Так ты, короче, детей раскидала и решила наплевать. А ты меня давно увидела? Ну, вот я только приехала. Да? Здесь, а, ты же на машине. Да. Не, мы должны были встретиться на пилатесе с мужем. Его нигде нет. Девочка мужа потеряла. И видно, что идет прям скорбит. Прям... Боня, ты прям дерни его. А мы с Боней сидим под пальмами здесь. Надо так и сидеть. Ты так красиво загорела, слушай. Да я уже вообще, слушай, подхожу к зеркалу и шарахаюсь сама от себя. У меня крем санблок, 50 защита. И я все равно как афроамериканец хожу. Я на самом деле, конечно, загар это хорошо, но вот слишком-то не надо. Слушай, а вы тут остаетесь на июль-август? Ну что, не, я не выживу. Сдохнуть просто. Я не выживу.
Мне так тяжело от этой жары. Ну это только в воде надо возле моря находиться. Мы вчера вот быстренько добежали до моря. В море хорошо. Да. Но ты выходишь и вот сразу трэш, тебя жжет. Да, 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 да. Не то чтобы жарко. Именно да, жжет. Мне как огнем палит. Я да, да, да. Некоторые. Не, вот это, боже, смотри, какие кактусы красивые. Они расцветут. Зацвело, зацвело. Ух ты. Да Боня в шоке, на него никто не лает-то. Ему надо все время пить здесь. Да, расскажи ему. Я ему таскаю его воду с собой. Боня, да что там так, кто это там лает? Я его единственное, что знаешь, я его бросаю в море, он плывет, а потом под душ. Вот сейчас под этот душ он и залезет. Прям сейчас же. Боня, тебя ждет впереди увлекательнейшее приключение. Красивый, как понимаете. Меня Лиза привела в свою любимую кафешку. Слушайте, как тут классно. Поезд-то называется. Сейчас очки один. Мы выбрали столик в тени, но с видом на море. Знаете, как тут классно. Чего тут раньше не было? Вообще непонятно. Пройдусь, покажу вам кафешку. Мы еще ничего не брали. Ну, у меня кофе, я же у бабушки взяла еще. Что возьму? Прикольно. Здесь вечером как красиво, представляете? Боже мой, с Робертом бы тут могли посидеть. Ой, как красиво. Розовая соль. А вот, пожалуйста, ты можешь выбрать себе устрицы, попробовать. Какие угодно. Чистейшая водичка у них. А Лиза пошла переодеваться. Нормандские какие-то еще. Слушайте, как прикольно. Классно. Hello. Hello. Ой, да я так немножко. Мы только зашли с подружкой. Я возьму позже обязательно. Это, вот это русское. А, это на русском синенький. Да. Ой, класс, спасибо большое. Как у вас тут красиво. Да, спасибо. Я впервые здесь попалась. Попала. Здесь вообще тень очень классная. Потому что там все-таки солнце. Ребятки, какая красота. Меня Лиза давно сюда соблазняла зайти. И вот если бы я сейчас ее не встретила, я бы не зашла и не узнала бы об этом месте. Красота. Сегодня у Лизиного сына день рождения. Мальчику 14 лет исполнилось. Мы торжественно его поздравляем. Я и его встречу поздравляю. Лиза, ты ела устрицы здесь? А? Я не показываю, я на тебя не поворачиваю. Ты любишь их? Я себя настраиваю. Вообще, я никогда не забуду, когда я первый раз, я, конечно же, наслышана была, что они живые, что якобы я они... Я слизь не могу проглотить, я не могу это... Нет там никакой слизи, вкуснейшая, свежая, надо попробовать. Как море ешь, понимаешь, свежая. Надо попробовать. Очень вкусно. Но мне был первый раз, лет там 15 лет, мне было очень страшно, я ела эти устрицы, я думала, в общем, я шок испытала. Ну, ты ешь живое, еще и какое-то свежее. Ну, а тебе было вкусно? Первый раз не было вкусно, потому что было страшно. Короче, все на психологическом уровне. Конечно. А сейчас я без них жить не могу. Я здесь Жиралдо беру все время. Здесь есть по субботам можно заказать морских ежей. Ну не знаю, как это вообще. Никогда не пробовала. Кажется, невероятно. Да нахера не надо? Просто... Это так себя насиловать надо, психологически конечно, настраивать, чтобы это полюбить за щи. Так, а знаете, так и какашку можно так съесть. Какой смысл? Ох, мы идем плавать, да? Уже сил сейчас нет. Сейчас ты, это... миленькая, я тебя тут держу, что ли? Я кофе жду. А ты заказала уже? Я уже заказала кофе, сок. Мне девочка Wi-Fi подключила за полсекунды. Я сижу уже полчаса. А как вас зовут? Линда. Линда?
Линда из Латвии. Вы из Риги? Хотя там и других городов миллион. Да. Я в Юрмале. Я была в Юрмале, тоже красиво. Очень красиво. Да, да, да. Мы наплавались, наплавались, нанырялась. Кто-то нанырялся, кто-то вообще за камни уплыл. Я чуть сознание не потеряла, когда увидела ее вылазящую на камни. Эту девочку. Ложись, Боня, ложись. Значит, нам принесли меню. Чем себя порадовать? Устрицы всех видов. Нормандские, Балунские, Пасифик. Это Пасифик. Тихоокеанские, наверное. Ирландские, царские какие-то. Тихоокеанские очень крупные, они в рот не влезут. Да фу, я даже не буду всовывать. Как здесь хорошо. Ванюша, передай всем привет, скажи. Всем привет. В ресторанчике. Вот это мне интересно, что такое паста-шутер? Надо Линду позвать, пусть она нам расскажет. У мамы мурги. Ага. Вот эти все нормандские. У мамы мурги, царские, роял, хай бог, тихоокеанские. Все, что хочешь. А этот позитивный, добряк. Ой, что-то идти хорошо. Будешь уже? Слушай, надо, да. Садись, садись. Несется сангрия моя. Боня. Евхаристо. Красавица сангрия какая подоспела. А ну-ка. Мальчику интересно, что у мамы там за сангрия такая, да? Угу. Вкусная. Вкусная. Они сюда добавили апельсинки, яблочко. Вкусно. Угу. А ты будешь сангрио? Он ждет мидии. Не-не-не, этим. Устрицы, шутеры. Мы с вами сегодня увидимся в бассейне, да, Лизочка? Спасибо. Сиди. Я заказала... Значит, шутеры. Вот надо сейчас именно это делать. Шутеры, устрицы там всякие. Всякое разное. Гребешки принесли уже такую... Как это назвать? Подстилочку, под тарелочку, салфеточку. Так красиво все. Нарядненько. Вот так вот. Подождем. Две разные. А, вот две... это шутерсы, да, вы принесли? Да. Так, интересно. На плюсе и сангрии тебе и белуга слишком вот стумач. Да, там прям белуги столько налили. Ты же смеешься. Что же это такое? Ну, итак, ребята, попробуем. Это один из шутерсов. Я все забываю этих моллюсков, как зовут. Устрицы. Устрицы, они как-то там порезаны в каком-то соусе. Ну, не знаю. Очень вкусно чувствуется васаби. Вот этот с васаби. Вкусно. Очень вкусно. Гуляем дальше, ребята. Значит, сейчас пришли гребешки. Они запеченные с болгарским перцем, с томатами, с огромной креветкой. Я вам вчера эти креветки показывала, кстати. Вот так вот подается, ребята, как это красиво, все еще на фоне моря. Да! Вообще! Ну что может быть прекраснее? Что может быть прекраснее, ребята? Какая здесь красотень вообще! Бомбезно. Почему я раньше сюда не заходила, я не понять. Я этого ресторанчика и не видела.
Я ходила сверху. А это сюда надо было чуть больше ближе пройти. И он недалеко от нас. Ложись, Банюш. Ложись. Давай я уберу поводок этот. Иди ко мне поможешь. Давай я уберу. Все, ножка, ножка. Хлебушек он не хочет. Иногда он ест свежий хлеб. Ложись. Все, ложись, отдыхай. С видом на море. Пожалуйста. Парашютисты. Красота. Ну попробуй. Вот такие вот здесь живут лобстеры, ребята. Это американский лобстер. Красный лобстер. Red lobster. А это европейские. Blue lobster. Голубые лобстеры. Ой, прикольно. Сидит. Усами шевелит. В общем, я открыла для себя свой пляж, ребят. Свой ресторанчик и свой пляж. Как тут обалденно. Опять наплавалась. Боня выкупался. Нанырялся, наплавался мой зайчик. Боже, как тут классно. Очень много людей уже пришли поесть. Все едят, все заказывают. Классный этот рыбный ресторанчик. Вообще супер. Теперь просто балдеж. Балдеж. Магнитики для Сережи Ракишева улетают. Ой, улетают. Все, марочки вклеили. Девочка сказала, в течение 10 дней они будут. Посмотрим. Найс. Nice.